известен, дядя Сережа, Дашенька Наванская, и у нас герой. Старый герой и новый герой. Спину отдает, песок сыпется. Андрюха Скоромный, у нас бодибилдер, красавчик, звезда фитнес-бодибилдерского инстаграма, Ксения Лаптева, чемпионка по бикини, там, Чермира, да, Арнольда. Да, вот всякая чепуха. Андрюха так говорит, потому что он ничего особо-то не выиграл. Он просто здоровый красавчик. И сегодня эта пара бьется против Маши. Мы сегодня будем есть... Что? Погоди. Короче, у нас сегодня заруба. Если помните нашу таиландскую зарубу, да, победила дружба. Какая-то фигня. То есть точка не поставлена, согласитесь. Да. То есть есть вот это вот кровное, понимаете, да, вот это вот. Это реванш. Надо найти победителя. В общем, что мы придумали? Моя кухня, NF Kitchen, сегодня нам приготовила... Па-ра-ба-бам! Та-дам-та-дам! О, блядь, спину ушибло. Так, ребятушки. Это еще, подожди, еще сверху и микроволновка. Еще 6 лотков. Короче, что это такое? Это 17 килограмм наших фитнес-пельменей, которые мы делаем для своих клиентов. Но сегодня мы попытаемся все это съесть. Как это выглядит? Выглядит это все вот так. Ты как-то очень смазанно сказал, что это 17 килограмм. 17 килограмм! Нет, друзья, когда Андрюха мне отослал фотку, он мне отослал таз пельменей и написал 17 килограмм. И все, больше. Я сначала подумал, что он шутит, потому что мы делали челлендж, в нем было 3,2 килограмм хинкали на двоих, а тут 17 килограмм пельменей. Ну, рассказываю, как это происходило. В общем, я же знаю, что ребятки у нас психи, да? Едят все вот так, вот это вечные превьюхи там, что у вас очень много всего. Я даю задание на кухню сегодня. Говорю, ребятушки, надо приготовить пельмени. Мы вчера обсуждали, что мы будем есть. Вот. Мироныч говорит, надо что-то такое прям прикольное. Я говорю, у нас есть фитнес-пельмени. О, давайте фитнес-пельмени. Вот. Я говорю, давайте нам много пельменей. Они говорят, сколько много? Я говорю, у нас четверо, так, чтобы мы прям наелись. Ну, сколько много? Я говорю, блин, главное не прогадайте с количеством. Главное не меньше. Они такие, ну мы 17 килограмм приготовили. Я говорю, ну вроде должно хватить. Просто мы не понимаем вообще, сколько это. Вы коробки тащили. Вы что, не понимали, что ли? Нет, это курьер привез. Я на самом деле не понимаю. У меня нет коробки. Да, не огромное количество. Ну вот это уже как-то прилично, да? Чай, мы качаем. Ё-моё, ну ты... А-а-а, быстрее! Смотри, что он делает. Бля, Серёжа. Там белое полотенце в ванной возьми, просто внизу лежит прям, внизу на полу. Он вот так спасал ситуацию. Наш батл сегодня заключается в том, что мы должны съесть больше, чем они. То есть не все 17. То есть ты заведомо уже себя записываешь в лузы. Ой, смотри, а у них с укропом, у нас без. Берите с укропом. Чё у меня? Ну, конечно. У вас больше залезет, берите с укропом. Кстати, вот какие у меня ребятки молодцы на кухне. Ребятушки, NF Kitchen, спасибо вам огромное. Вот опять же таки, да, не дай бог, кто-то захочет с укропчиком, да, кто-то без. Вот молодцы. Так, я предлагаю так, считаем по пельменям. А, и еще прикол в чем? Прикол в том, что, ребятки, вы не думайте, что это прям... пельмени, да? Посмотрите, это скорее вареники, чем пельмени. Они выглядят вот так. Охренеть. Да. А по составу? По составу это постная говядина и мука грубого помола с отрубями. То есть это мы даже... Вообще не... должно много залезть. Нормально. Вот, что еще хотел сказать. Как считаем? Мы считаем по одной, по одному. Да. Каждый считает про себя, никто не обманывает. Ты, жирный, наблюдаешь за Сережей, считаешь. Ты, сучка, считаешь Дашины. Ну, а все остальные правильные ребята считают наши. Ну что, едем, давайте хаутим. Давай. Давайте. Уже начнем. Ну давай, птичку уделаем этих. Мы уделаем этих. Уделаем. Хотя мы сейчас были у Яшанькина, тут наели тоже у них нормально. Там хамон, что-то. Приятного аппетита, ребята. Оп, что, вилку надо есть? На самом деле, я сегодня не ела целый день. Да? Поэтому. Да ладно. Да. Я вас всех сейчас. Молодец. А я 2 часа назад ел. И еще я сегодня делала так, чтобы слезами на глазах. Мм. Вкусняшка, да? Маленький такой. Вкусно, блин, да. Готово. Сколько там было? 11. Слушай, мне казалось, что 10. Но может 11 было. Я буду считать, что 10. У меня вот этот вот шестерники. Не, у меня вот здесь в коробке было 11. У меня 11 было, да. Я просто начал жрать, потом думаю, а надо считать 7-8. Нет, у меня.
Я думаю, его коробочки помечены. Их там по 9, 3, 4, 12. Просто я представляю, на самом деле. Ты чемпионка мира. Абсолютная чемпионка Арнольд Лесик. Ты поедали пельмени. Лоток не можешь доесть. Где твоя воля к победе? Ты просто не понимаешь, на что я способна. Да? Давай, давай. Может, у тебя в долгую, да? Ты не спринтер, а марафонец. А эти спринтера, короче, сейчас бам-бам, и такие... А мы такие сиди, наслаждаемся, да? Да. У нас церемония. Мы быстро съели и уже переварилось к третьей коробке. Надо попробовать. И мясо у них только, да, еще? С майонезом. Кстати, ну-ка давай-ка попробуем. Чуть-чуть. Майонез у нас протеин. Все, хорош, 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 хорош. Протеиновый майонез без калорий. Нам осталось примерно, я думаю, 16 кг. Это все? Больше нет, кроме этого, да? Осталось очень мало, да? Не осталось, в общем. Если надо, добавки скажи. Сейчас мы позвоним, да? У нас там, мне кажется, на кухне у моих уже рука набита на пельмени. Они другие. Сейчас они тебе сделают быстренько. Они другие. Какие другие? Вообще другие. А, да? Да. А, возможно, эти с индейкой, а эти с говядиной. О, а я вот без укропа ела. А я, наверное, съем с укропом. Давай. С укропом очень классно. Да? Ну, без укропа тоже классно. Здорово. Старые другие. Сережа, чувствуется опыт. Старый. Сережа опыт на 10 минут первый. Потом он сидит и ничего не может говорить даже. Старший ютуберский. Кулом что-то там встало. Понимаешь, что мы на правах территории. Вообще, мы вообще ребят на ужин пригласили. На стены подержу. Ну да. Да. 4-5. Посмотрим. Вы у Шанкиной что-то ели? Да. Что? Я мясо ел. Сколько? Салаты. Ну, ты я ел колбасу, потом я ел хамон, я ел сервелат, колбаски, да, салат, да, мясо, да, и два круассана, значит. И вина выпил еще чуть. Чего себе? Пару бокальчиков. Ага, ну хорошо. И что? Ну ладно. И да. 3-4. Дашка, у тебя какая эта пачка? Вторая есть? Да. 10. Очень опасный момент, когда я запиваю мясо. Да? Давай, может, Дашку смешить, и у них будет это 8. Мы технически выиграем, да? Да, она наоборот вас атакует. Знаешь, почему она? Если я подавлюсь и умру, то они технически выиграют. Знаешь, здесь какой прикол, когда ты все съешь, тебе будет плоховато немножко. Немножко. И будет нормально, плохо прям. Мне уже. Ты ляжешь, ты туда хочешь какать. Я представляю, у вас там после каждого челленджа просто такой трафик, да, в ту комнату. Ну да. Это надо будет вырезать. Можешь вырезать этот момент? Какой? Прокакать? Да нет, прокакать заставляю. Мы сейчас налупимся пельмени, нам станет чертовски хреново, а вот теперь вырезай. Бля, я не могу реально пожать. Давай. Подбодри. Не забалуешь, да? Мотивация, давай. Давай. Такой, я вообще не привык проигрывать по жизни. Что это за фраза? Ну, представляешь, да, приехали в гости, просто нам оплюху поставили и уехали. И теперь пельмени нас сожрали, да? Да, приехали. Я сейчас поймала себя на мысли, что я выбираю те, где тесто побольше, как будто бы другие мне есть не придется. Тесто как-то легче заходит. Так, ты уже третьего кого? Я? Ну да. Я с тобой закончил. Так, буду пробовать. Так они все с укропом, да? Какая-то тяжелая. Такой выбрал, знаешь. Так. Вот это полегче, грамм на 30, да? Как
Не, 17 килограмм, конечно, ребятки. Ну, ты перезамахнулся, конечно, да. Дневной рацион. Я думаю, где-то, где-то плачет Кокляев это время. Можно брать ему Мишаня. Мишаня. Сейчас буду. 20 минут. А сколько ты калорий сейчас съедаешь? Где исходки? Немного. Я же сейчас вообще физкультурничаю. Залечиваю травму, поэтому около 3000. 3000. Вот этот лоток получается, тут 400 грамм, да? Сколько там по калориям? Калорий по 200 на сотку? Или больше? Больше. Больше? Больше, да. Больше в этих штуках? Ну, так там не сильно больше. Сколько примерно весит одна коробка, вот я шо ли? 400 грамм. 400 грамм, какие? Охренеть. Это тяжелая коробка. 400 грамм, это я килограмм уже съела этих пельменей только что. Охренеть. Тут их 17. Нет, чтобы вы понимали, это не порция, да? Это просто тупо навалили сюда, сколько влезло, и закрыли все это дело. Сидеть и двигаться, да? Смотрите на Сереженьку. Сидит такой аристократ. Свои носка. Да, желтыми утками. Это закидывает пельмени. Это птичка мне подарила. Я как поздно практически. Да? Я помню эти носки. На съемках Люксора. Ты снимал, и такое было облако пыли. Это бред. Там были носки с ракетками. Да. Ты попутал. Синий. Тысяча извинений. Как я мог ракетки попутать с утятами? Я смотрю, как их создает, пиздает. Они уже затвердели. Она хочет убить уже. Пока не мокрые и скользкие, они быстрее проглатываются. Чем они будут сухие у тебя уже. Я же причем думаю, что они будут быстрее проглатываться, но я чувствую, что у меня вот здесь барьер уже. Чем надо их перепрыгивать? Фитнесовые пельмени перепрыгивают барьеры там. То есть получается фитнес здесь в том, что здесь просто хорошее мясо, верно? Нет, и все. Мало теста. А, мука живая, да? А, грубо помола. И с отрубями. Ну то есть. С отрубями мука? Ничего себе. Отруби даже помогут перевариванию мяса. Ага, ты это же клещатка, да? Давайте себя утешать хоть этим. Давайте. Мы даже не почувствовали. Это легкий перекус был. Да? Давай тогда, тогда надо булки поднапрячь. О! Смотри, как это. Ты посчитал их, да? Нет. Ты считал? Ну, я считаю, конечно. Угу. Сколько? Я не считаю, я считаю камеры. 22? Мою тебе еще, что я смотрю. Дашка, сколько у тебя? Что? Она врет. Нет, сколько ты съела? 21 я съела. О, где тогда, да? Вот это будет 22. 22. Здравствуй, моя птичка, я ем третью упаковку. Так у меня по 11 вдруг было. Перечитайте потом. Так. О, нормально, так это я еще угу. Так, 22, короче, и у меня 30. У нас 52, а у тебя 32. Да? О, у нас по 52. О, ништяк. 52? Ноздря на зрю, Баш. Блин, я думала, что я совсем уже сдаю. Я смотрю, он наеливает третью почку, так обидно стало, даже не хотел доедать его. Давай. А ты что расслабился? Блин, почему такие веселые? Я реально же не могу. Зачем ты это все придумал? В натуре, Андрей, я тоже не понимаю, зачем ты все придумал вообще? Почему пельмени? Почему ты не мог? Почему пельмени, Андрей? Почему не маффин? Чтобы я не придумал. Ну, маффин, мне кажется, а, кстати, вот хороший легче. Вопрос. После каждого челленджа, да? Через какое время вы опять это можете есть? Хоть вечером. Да ладно. Если мы с утра едим, можем это есть вечером. Нормально, заходит, да? Да, да. Ну, согласитесь? Это же, да. Мне кажется, я пельмени еще год не смогу есть. Завтра на завтрак пельмени. Я думаю, и на обед тоже возьмут пельмени. Мне кажется, тут на 3 дня у вас будет завтрак. На столе лежит. Все телефонные книги. А заезжайте к нам на пельмени. Давайте сделаем так. В этот раз тоже побеждает дружба, короче. Сколько ты съела? 22. Ты 20. 22, в смысле ты 20? Ты так сказал, как вот, ну-ка, заткнись.
Он даже такая, ладно, 20. Друзья, этот челлендж у нас завершается чем? Ничьей. Дружбой? Ну, вообще, не знаю, пересчитаешь. Пересчитай, и мы вот здесь, вот здесь появляются победители, то есть над победителем начинают моргать фейерверк какие-нибудь или что, я не умею этого делать, правда. А это мы разыграем, ой, не разыграем, разыграем среди подписчиков. Ребятки, мы, конечно же, не справились с 17 килограммами. Мы съели примерно килограмма 3. В общем, нет, побольше. Побольше? Только я 3 килограмма. А, нет, мы с тобой 3 килограмма съели. Нет. В общем, килограмм... Мы съели по килограмму с Дашкой. Суть в чем? Суть в том, что осталось килограмм 12 пельменей, и нам их некуда девать, поэтому... Михаил! Поэтому, кто сейчас может сорваться, приехать к нам, приезжайте и забирайте пельмени. Можно как бы... Можно компанией, можно... В общем, пельмени реально очень вкусные, мы просто реально наелись. Приятного аппетита! Приезжайте! Ждем вас! Дорогие друзья, вот такой у нас получился челлендж. Вы пишите в комментарии, не знаю, что выполнить за челлендж, и чего, кого приглашать, кому в гости прийти. Может, вы хотите... Да, я скажу хоть слово. Скажу такое слово, маленькое птица. Может быть, вы хотите увидеть каких-нибудь еще фитнес-звезд, да? Таким, а например, мы как на постоянную рубрику не годимся, что ли? Вы хотите... Я вообще просто хотя бы понимаю теперь, какой у меня может быть. Да. Надо просто подготовиться. Хорошенько не поесть. Катя, я просто в этот раз тебе уступила. Вот и все. Сейчас посмотрим. Давайте, короче, предлагайте, что в следующий раз. Поляна с меня. О, это прекрасно. На постоянку, да? Серега, вот. Отлично. Это мы удачно зашли. И спонсор выпуска у нас MF Kitchen. Будет скидка какая-нибудь? А давай сделаем. Да? 10% давай сделаем. Ну, приходит. 10% по промокоду челлендж. Все, ссылка в описании. Ништяк. Все, всем пока. Ребятушки. Пока. Пока. Ой, давайте уходите толстые такие, типа устали такие. Я такая уснула на столе, даже лицо в пельмени. Опа! Здорово! Прям как в сказку попал. Всем привет! Все такие, да ну, это постанова, мы его знаем. Я тебя знаю, сосед. Я думал, он с собакой пришел. Как зовут? Лисичка. Да, все, сейчас заберу, как раз машину все погружу. Вообще, вот в сказку попал. Я ехал как раз в тренировки, думаю, о, вовремя к вам сейчас приеду. Красавец. Есть люди? Ага, там надо веселочку. Привет. Привет. Снимать будет. Здорово. Заходи. Не надо было снимать. Да? В розыске? Да нет, просто я скромный очень. Ну, раньше занимался тоже фитнесом. С Серегой были на самых первых соревнованиях. Ага. Ну, в 2014 году, когда еще. Вас там сколько? Здорово. Куда мафия проходит? Здорово. Нифига ты просто. Он псих. Опа, смотри-ка, тут ключик. Там, подожди, там бриллиантик. Что еще, пузо забито? Спина. Покажи спину. Обалдеть. Ой, да. Ой, это? Это достойно наших пельменей. Это ты Гурченко наколол? Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Я фотографию жду. Отлично. И не успел до конца. Та-дам! Здорово. Проходите. Заходите. Мыши раздают. Малышики. Блин, вот это вы, да, на самом деле, красавчики, да. Просто. Летели, мчали. На самом деле, вы очень не зря, потому что пельмени свежайшие, они просто да. Обалденные. Ну как, уже собрались ложиться, вставать уже все. Но... Уже как обычно, перед сном надо же посмотреть ленту, что там происходит. То есть вы дома были? Да, да, уже, да, уже, да, уже да, раз смотрим, тут Дядя Сережа в Москве, приехал к Андрюхе, там пельмени, интересно. Обалдеть, я на самом деле увидел, я просто раньше жил в тех краях. Угу. Вот, я думаю, обалдеть, думаю, приедут. Это же другое вообще, да. Ради такого приехали. Блин, спасибо вам огромное. Все там, которые светофоры, все камеры там быстро, чик-чик быстро. Мы за пельменями!